Ребят, вы на канале Тигран ТикТокер, и мы сегодня будем проходить вот такой лабиринт. Первый раунд. Вот такой вот у нас. Это первый раунд. Так, тут нужно телефоном двигать. И вот, прошли. Так, проходим. Но они легкие очень. Так, наверх. И прошли. Так. Так, ребята, я в другом ролике вам сейчас пройду и расскажу. В другом ролике про Brawl Stars обещал, когда из игры выйду, покажу вам одну вещь, но я ее не показал. Сейчас я остановлю видео и вам покажу ее. Ребята, я сейчас вам расскажу эту вещь. Я создал свой клуб. Он называется Тигр. Пробела нету. Т большая и точка Т тоже большая. Пробел Вова. Пробела не нужно делать. 3-4. И находите наш клуб. Там только один я. Мой аккаунт называется Хочу Легу. Ну, я его недавно создал. Там 600 кубков всего. Ну, я потому что его не там, не прям так давно создал, а недавно. А в другом аккаунте у меня вообще 11 тысяч. Но я еще с того аккаунта не зашел в этот клуб. Так, проходим эти лабиринты. Так, ребята, ну, на этом все. Всем пока-пока.